объективе программы Central Asian Report «Тренды геополитики. Точки консолидации. Панорама современных реалий Центральной Азии». Политика, экономика и культура, события, тенденции и люди – все это на одной территории. Здравствуйте, это программа «Центральная Азия». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Время творить историю. ШОС эволюционирует в реальность глобального масштаба. Мама, это звучит безопасно. Страны Центральной Азии улучшают позиции в рейтинге благоприятности материнства. Дубликатом бесценного груза. Влиятельность казахстанского паспорта измеряли наши корреспонденты. Переформатировать журналистику. Работники ПИРА обсуждают идею евразийского медиапространства. В июле текущего года в Уфе состоялся саммит ШОС. В его рамках были приняты крайне важные, более того, исторические решения. Впервые за 15 лет решено увеличить число участников организации, объявленное о начале процедуры приема Индии и Пакистана. Лидеры шестерки стран-участниц также договорились повысить статус Беларуси до уровня наблюдателя. Кроме того, партнерами по диалогу стали Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал. Наш корреспондент анализировал стратегию развития ШОС до 2025 года и Уфимскую декларацию. ШОС – это многофункциональная структура, в которой есть несколько ключевых векторов сотрудничества. Помимо основной цели – урегулирования границ, приоритетом этой организации является региональная безопасность. ШОС ставит своей целью противодействие угрозам терроризма, сепаратизма, экстремизма, борьбу с наркобизнесом и незаконным оборотом оружия. Сейчас ШОС пытается сформировать новую повестку дня, в которой вопросы экономического взаимодействия выходят на первый план. Для того, чтобы экономика начала работать, нужны механизмы. Это прежде всего банк, счет, чтобы финансировать проект. В итоговых документах саммита есть решение об утверждении программ сотрудничества государств-членов ШОС для борьбы с рисками, которые реально угрожают стабильности и безопасности в регионе. С моей точки зрения, надо было начинать с принятия стратегии обеспечения безопасности на пространстве ШОС. То есть надо определиться вообще, с какими угрозами мы имеем дело. По мнению экспертов, ШОС подошла к переломному моменту своего развития. И это связано с присоединением к ней Индии и Пакистана, а также интеграцией стран-членов ШОС в китайскую концепцию нового шелкового пути. Я вообще негативно отношусь вообще к идее подключать ШОС к этому проекту. Это разные проекты по сути. Быстрый рост числа членов – это один из трендов ШОС. Вслед за Индией и Пакистаном вопрос о вступлении в организацию актуален и для Ирана. Стремительное расширение – это своеобразный вызов для шанхайской восьмерки. И этот процесс имеет свои особенности. Каждое государство новое вносит в ту или иную организацию свои проблемы, собственные проблемы. В том числе проблемы, связанные с другими государствами. Несмотря на некоторые опасения, следует констатировать, что ШОС утвердилась в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений. Это даст предпосылки для перехода ШОС на качественно новый уровень. Мама. Это слово должно звучать не только гордо, но и безопасно. В исследовании Save the Children разброс позиций Центральной Азии с точки зрения благоприятности материнства существенный. Наш корреспондент изучал, как сделать материнство в регионе безоблачным. Лучшими государствами для рождения ребенка в Центральной Азии, по мнению международных экспертов, стали Казахстан и Кыргызстан. Они заняли 58 и 60 место в рейтинге. Самой неблагоприятной страной оказался Таджикистан, который занял 127 строчку. Индекс должен быть интерпретирован с осторожностью. Предстоит проделать много работы в регионе для того, чтобы мамы и дети чувствовали себя более комфортно. По
Позиции стран Центральной Азии в рейтинге благоприятности материнства существенно разбросаны. Специалисты объясняют, что в некоторых странах региона лишь относительно недавно начали использовать современные перинатальные технологии. Это целый комплекс мероприятий – от профилактики и обследования до ухода за недоношенными младенцами. Вот этот комплекс, набор вот этих технологий, которые имеют свою высокую доказательную эффективность, они вот и внедряются на всей постсоветской территории, в частности, достаточно интенсивно в Среднеазиатском регионе. Мы уже можем видеть положительный результат использования инновационных технологий. В частности, в Казахстане, по официальным данным, за последние 5 лет материнская смертность снизилась более чем в 3 раза. В 2015 году коэффициент материнской смертности равен 11,8. То есть, если раньше на 100 тысяч рожениц приходилось приблизительно 40 смертей, то сейчас эта цифра снизилась до 12. Казахстан – это страна, которая зарегистрировала наиболее значительное снижение материнской смертности за последние 4-5 лет. Поскольку Казахстан занимает ведущее место по уровню условий для материнства в регионе, здесь проводится множество мастер-классов с участием центральноазиатских специалистов. Врачи из Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана имеют возможность обмениваться опытом. Идет полное взаимодействие. Ту информацию, новые технологии, которые мы у себя смогли, например, внедрить, получили мы эффект от этого внедрения, да? Мы этим делимся охотно. Эксперты признают, что условия для материнства в Центральной Азии в целом значительно улучшились. Усовершенствовалась материально-техническая база родовспомогательных стационаров. Развивается санавиация. Кроме того, медицинские работники имеют возможность обучаться в ведущих университетах мира. У нас очень много специалистов прошли повышение квалификации по европейским стандартам, по международным. Для улучшения благоприятности материнства предстоит сделать еще многое. Главное помнить, что будущим мамам нужно лишь помочь стать частью естественного процесса деторождения. Ведь как бы это парадоксально ни звучало, они приезжают в больницу в добром здравии, чтобы подарить жизнь здоровому ребенку. Паспорт – это не только главный документ гражданина, обладающий сакральным смыслом. Паспорт – это своего рода мини-летопись. Заполненный печатями и визами, он безошибочно выделяет из толпы опытного путешественника. Но в век глобализации этот штамп уходит в прошлое, а авторитет паспорта определяется еще и тем, сколько границ его владелец может пересечь без виз. Паспорт – это один из самых важных документов в жизни человека. Этот, по заверению известного поэта, дубликат бесценного груза определяет, куда нам можно ехать, на какой срок и как нам будут относиться в той или иной стране. У Казахстана, да, есть определенные имиджи. Правда, не сказать, что они узнаваемы во всем мире. Скорее, речь можно вести о ближнем зарубежье, о странах СНГ, страны, с которыми мы непосредственно соседствуем, как Китай, например, как Турция, с которым взаимодействуем, с которым у нас достаточно динамичный обмен, будь то в бизнесе, в туризме, в торговле. В этом плане казахстанский паспорт является одним из самых влиятельных в Центральной Азии. Такое заключение сделала известная канадская финансово-консалтинговая компания. В ходе исследований были изучены паспорта 198 государств. Главным критерием влиятельности паспорта стало число безвизовых стран для держателя документа той или иной страны. Для казахстанцев эта цифра равняется 65. В общем списке наша страна на 53 месте. За Казахстаном в рейтинге расположились Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. И отношение к паспорту, на мой взгляд, складывается из 3 основных моментов. Это прежде всего отношение самого гражданина к данному документу, к факту того, что он является гражданином этой страны, к факту того, что он гордится этим и дорожит этим паспортом. Второй фактор – это отношение уже государства к гражданам, к своим подданным. Ну и третье, наверное, это те привилегии, которые дает паспорт, конкретный национальный паспорт, его носителю.
паспорте путешественника и покорителя вулканов Андрея Алмазова практически нет места для виз. Документ весь изрисован штампами. Они свидетельствуют о том, что путешественник побывал в труднодоступных местах южноамериканских Анд и в экзотических государствах Океании. По мнению путешественника, Казахстан иногда ассоциируют с самой молодой столицей мира. Но бывают и курьезные случаи, когда республику ассоциируют с фильмом, даже если сюжет, события и его герои вымышлены. Я, допустим, был в Папуа-Новой Гвинее, и когда показываю паспорт, вылетать из страны, пограничник говорит: не просто Барат, да? А я знаю комика из вашей страны. Я говорю: вы знаете, он не из нашей. Социологи говорят, что имидж страны создают в первую очередь бренды и люди. И Казахстан не исключение. О республике в мире знают благодаря Нурсултану Назарбаеву, Байконуру, велокоманде «Астана» и боксеру Геннадию Головкину. Казахстанский паспорт продолжает эволюционировать. Вскоре он будет содержать биометрическую информацию, чтобы соответствовать лучшим мировым стандартам. А это значит, что для паспорта с голубой обложкой будут открываться новые и новые страны без виз и излишних формальностей. Журналистика давно уже фигурирует в печальном списке малоперспективных профессий. Некоторые эксперты прогнозируют, что журналисты, как класс, вскоре могут и вовсе исчезнуть. Несмотря на это, мы не сдаемся и изучаем методы современных коммуникаций, новые каналы для взаимодействия с читателями. Наш корреспондент стал учащимся летней школы журналистики, проходившей на побережье Иссык-Куля. Как писать интересно? Какие методы современных коммуникаций использовать для расширения аудитории? И как найти нишу на медиарынке? Ответы на эти и множество других вопросов были даны во время летней школы журналистики, проходившей на побережье Иссык-Куля. Организатором образовательного курса выступил Центр гуманитарных исследований «Медиасфера» Казахского национального университета имени Аль-Фараби и журналистское сообщество Казахстана. Очень символично, что вот такая медиашкола проходит именно здесь, в Иссык-Куле, в пансионате КазГУ. Журналистов, как наиболее активную часть социума, интересует множество вопросов. От того, насколько тесен контакт между ними и аудиторией, до того, как распространять информацию. Распространение информации – это очень важно в журналистике. И это одна из причин, почему я выбрал эту стезю. Слушатели третьей летней школы журналистики – это те, кто еще совсем недавно был абитуриентом, а сегодня уже познают азы журналистики. Причем учат этим основам маститые преподаватели не только из Казахстана, но также из Кыргызстана и Узбекистана. Менің бұл жерге келу мақсатым, бұл жерде дәріскерлерге, яғни өте Главная цель моего приезда сюда – послушать лекции авторитетных специалистов. Главный тренд нынешнего лета – евразийская интеграция. На этом огромном пространстве возникает масштабный пласт культурно-гуманитарного характера. Первым и главным инструментом формирования объединенного сознания будут средства массовой информации. На плечах журналистов будет лежать задача по раскрытию для обычных граждан целей и задач евразийского объединения. Причем не только в информационном ключе, но также в историческом и познавательном. Я думаю, создавая евразийское экономическое пространство, мы должны формировать евразийское медиапространство. Журналистика всегда находилась в авангарде трансформационных процессов общества. Достаточно вспомнить начало 90-х, когда именно журналистика сопровождала геополитическое переформатирование постсоветского пространства. И сегодня, в нынешнее непростое время интеграции и дезинтеграции, тренды не изменились. При этом журналистика все больше становится гражданской, но, как и четверть века назад, отвечающей злобе дня. На этом все. Вы смотрели «Центральную Азию». До встречи в эфире на телеканале «Казах ТВ».